Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншовал супрацовников и ветеранов органов внутренних справ с профессийным святом – Днем милиции. Органы внутренних справ надейно выполняют важные и отказные задачи по обороне конституционных правов и свобод громадян, обеспечении правопорядка у громадстве, захование стабильности у державе, говорится у веншаванні. Александр Лукашенко отзначил, что, проводячи бескомпромиссную борьбу со злочинностью, супрацовники милиции поспехово вырашают пытания, которые за кранают лёсы людей, супрацьстаяць криминальному свету, умацовываюць веру у перамогу закону и справедливости. Дякуючи вашей отказной и напруженной працы, Беларусь продолжает оставаться одной из самых безопасных держав у свете. Упэўнены, что вы и в дальнейшем будете узором отданного служения народу, продолжаючи славные традиции своих попередников, подкреслил президент. Урочистый митинг для помника милиционеру прошел сегодня у Гомеля. Тут собрались вартовники парадку, представники сумежных подразделений и ветераны милиции. У адрес супрацовников правоохранительных органов прогучало немало слов подяки за службу и веншаванию с профессийным святом. Я пожелал бы ветеранам добра и полного здравия, а молодым сотрудникам в добрый путь. Хочу, конечно, поздравить всех своих коллег с этим знаменательным днем, днем белорусской милиции, пожелать им счастья, удачи, карьерного роста. Наприкінці мітингу присутні ушанували пам'ять загинувших при виконанні службового обов'язку міліціонерів і усклали квітки до пам'ятника.